Чтобы достичь цели максимально быстро и эффективно, нужно сконцентрироваться на ней как можно точнее. Не отвлекаться на другие дела, не распылять свои усилия налево и направо. Для этого нужно очень четко выделить свою цель и постоянно держать ее в своей голове. Все, что вы делаете, нужно сверять с этой целью. Это не так просто, как может показаться. Мы помним о своей цели, когда у нас есть энтузиазм, мы отдохнувшие, мы полны энергии. Но серая будни и рутина затягивают в круговорот обычных дел. В это время очень просто отвлечься от своей цели и погрязнуть в обыденности. Чтобы этого не произошло, важно постоянно напоминать себе об этой цели. Для этого вы можете написать свою цель на карточках и разложить их по всем карманам. Написать свою цель на листе бумаги и положить ее на рабочем столе. Сделать картинку на мониторе вашего компьютера и телефона, на которой будет написана или нарисована ваша цель. Сделайте так, чтобы постоянно напоминать себе о том, к чему вы стремитесь. Это поможет вам сохранять нужную концентрацию, пока вы не достигнете собственной цели. Тогда вам не страшны любые спады, потому что в эти моменты вы будете как за соломинку держаться за свою цель. И это приведет вас к успеху даже быстрее, чем вы думаете.